Все, Нави теперь в курсе. Нави теперь в курсе, что сзади есть противник. Садовник! Отличный ног. Тут же добивает. Замечательно. Нави в курсе, что атлетиков трое. Вот теперь уже двое. Молодой понимает, что они дерутся против атлетиков. Нави хорошо то, что в полном составе добрались вот до подъема на эту гору, потому что сейчас предстоит уже следующий файт. Что? Есть ног по скушке, и скушки добрали. Хорошо. Куча стрельбы, просто куча стрельбы. Еще и Мика занокнули, замечательно. Это в неприятном положении, но Кейн из команды G2, ног из садовника. Фастрейл садовника доедает. Нави понимает, что последний игрок Энса где-то на горе. Душить, догнать, хорош! Загнать. Сюда. Вот это агрессия. Вот этого мы ждали. Просто на лицо, грамотно, все вместе. Батулин будет перехиливать. Втыкает банку. Банку. Красиво. Неплохо. Ну из горы красиво. Или плеера убить, или плеера надо убить. Вот тут это хорош! А, не-не-не. Не получилось, не получилось у батутика. Поехали дальше. К Энсе? Крэш? Опа! Ну, вообще драка 2 vs 4, но Энсе припаром кидает гранаты. Нужно быстро сейчас заходить через этот забор. Нави, скорее всего, понимает то, что здесь Энса не в полном составе. И Энса, они ротируются или нет? Нет, пока что халдят. Разменять-то да, можно, но... Минус Мика сейчас будет. Не позволить добить нокнутого. Замечательно. Евроешники могут добить, Нави должны выйти просто префайером, выйти направо, Батулин. Хорош! ХП на самом деле трюфели Микоза... сейчас спас... Микоза не добили. Ну, проехать, да, проблема. Ой, еноту. Да есть. Красиво. Ничего себе, по дальнему напопадали. Вондер да. Очень сильно страдает. Ну, очень сильно страдает. Так, поехали. Команда Скуби-Ду, да? Пока нормально. Ноготи. Ребята! Жить. А, под РД приехали. РД зачекали. Ой, какой фокус файр от РД. Супер грамотный, супер крутой. Рекрент остался один. Молик, не жги. Не надо. Армора нету у рекрента. Открылся рекрент очень сильно куешкой. Но тут сложно было. Позиция РТ значительно интереснее. Да. Ай, голова болит. Что-то. Да, Вандер стоит. Вандер ждет рекрента. Рекрент видит тачку, видит Вандера. Ах, как больно. Подцепили все-таки М19. Зона. Что? Куда? Зонка вверх. Батулин просто вышел. Встал и вышел. Ну, это сейчас конечная будет. Тут без вариантов. Сейчас запушит Вадима. Пытается огрызаться. Префайр, ну... я думал, хаешку закинул, это смешок был. Сэмки справа, Вадим его слышит. Ну, стрельба подвела. Топ-15 для команды Нави. Ладно, и ты могут не выпустить. Прочекать надо. Вадима очень жестко продамажили. Да, сад. Но есть ног под Рейдоном. Есть ног по Воксику. Окей, сад круто отыграл. Рейдона застрели. Микас. Крам один. Забрал. Крам один на первом этаже, Нави это слышали. А нет, там еще в офисе, по-моему, один сидит. Нужно законфирмить одного. Молодой нокает Краму, молодой Краму сразу доедает. Один в офисе остался. Что сделали найты? Ничего не понял. Оглушает. Просто оглушает. Всех вообще, кстати, оглушает, судя по всему. Это хаешка от Релзекса. И молодой. Нет хаешек у молодого больше. Он понял то, что под ним стоит. Сюда. Сюда. Рекрента и Бабулина надо к нам. Хоба! Хедшот по Сиксма. Айрх остался один в кемпе. Сколько утилити здесь потрачено? Сколько смоков? Так, да. Пошел. Заходят ТСМы. Флешка хорошая была. Да. Но рекрент. Чуть-чуть не получилось дожать. Рекрент. Хоть жив. И был зафлешен, но много импакта сделал. Рик жив. ТСМы погибли. Да. Ехать его... нельзя будет его резнуть. Вадим поехал на мотике, но... молодой едет. Это супер риск.
Это огромный риск. Но он знает то, что его могут только с бабочек нокать. И он идеально просто объехал. Вадим. Как же он хочет, чтобы его ребята просто жили? Молодой чуть-чуть подставился. Минус мотик. И Рекрен, скорее всего, сейчас будет уезжать, да, потому что молодого не успеет резать. Сразу же в голову Рекрену попадают. Почему самолет такой же? Ну, не один в один, а чуть-чуть вверх, по-моему. Слушай, ну, я жду зону со стороны. От винта, короче. Да, просто. Главное, если сейчас саду доехать, а в итоге видим то, что, в принципе, ротация через верх... Ой, в сад выехать. Только бы не... Один хп. Бустик фрукнул. Тяжело. Это было опасно. Ну, может быть, хоть кого-то забрать, да, с собой, чтобы хоть какие-то очки вынести с этого матча. Ну, было, да. Было бы не... Ну, тут уже ничего не сделать. Или бэкнуться в амбар, забрать тачку и уехать. Ща. Look at this dude. Фейзы настреливает, правда. Вот в первую касочку может прилететь очень больно. Но это план. Проблемы. Так же, как и у Виталити. РД, по идее, закроют и тех, и других. Рек понимает, что файт им еще не закончен. Дрейдон рядом. Рекрен садится в тачку, поехал. И, естественно, Дрейдон Рекрента убивает. Какие же приятные тайминги.